Всем привет, дорогие друзья, с вами Орала ТВ. Скоро Новый год, и хотел бы поздравить всех тех людей, которые его ждут. Хочу, чтобы те людей, кто смотрит данный видеоролик, было много бабла, было много вообще всего, что только пожелаете. Главное, все ради вас, чтобы все было хорошо. Вот, и, собственно говоря, мы продолжаем играть нашу... поистине серьезную и очень даже хорошую игру Mafia Definitive Edition. Да-да-да, сбросим с себя все грехи, как говорит Томми, точнее намекает нам на это, а мы продолжаем играть в эту игру, в эту замечательную, я бы даже сказал, шедевр игрового, не знаю чего, наверное, мира, скажем так, да. Эта игра очень мне нравится, и конкретно мы в нее продолжаем играть. Итак, в прошлой миссии у нас была очень даже хорошая перестрелочка такая с копами. Желательно посмотреть вам ее. Она реально крутая, и реально там просто все было. Реально все. Дружба, вообще уважение конкретно. У мафии много, скажем так, таких вещей, когда люди друг друга уважают и прочее, и благодарят друг друга. Ну, типа за... То есть тут как бы верность все решает просто. Ну и Томми решил, что дело закрыто. Решает развлечься после всего этого и поехать к дому Сары. Сара, как я понял, это наша тёлка. Она была с самого детсада, буквально работала на мафии или что-то в этом духе. То есть она знает практически все, лучше, чем даже мы. Она... Так, извиняюсь, мне надо было выйти. Она просто знает все, и Томми, так как он имеет очень хорошее качество, то есть мы самые крутые, если что, в команде, мы реально помогаем больше всех остальных. И, собственно говоря, он решил замутить Сары. Я конкретно вообще был против этого, но я просто не люблю отношения. Да, если что, отношения. Вот, но Томми так не считает. Знаете, просто мне кажется то, что... я не знаю насчет любых игр, но... Мне кажется, что в данной игре будет такая тема, то что вот мы сейчас будем либо встречаться с Сарой, а потом на основании нашей любви будут какие-то проблемы. Так вот, и из-за этого можно было бы избежать, если бы Томми не встречался. Но я, может быть, чего-то не знаю. Она же из мафиозской семьи, и, возможно, она как-то по-другому влияет на этот мир, и вообще другая девушка, по сути дела. Ну, типа, сами знаете, в мафии жить это очень трудно. И я бы никому не пожелал этого, хотя деньги, конечно, платят хорошие, но риски, всегда есть риски. Много денег, больше рисков. Собственно говоря, и мы едем к нашей тёлочке. Я надеюсь, то, что сейчас будет все отлично, все хорошо. И в освоясе мы сможем погулять хорошо, потому что в прошлый раз мы пытались хотя бы какое-то свидание сделать, но у нас не получилось, потому что на нас напали гопота. И создало нам это просто, ну, кучу проблем. Надеюсь, то, что такого конкретно сейчас не будет. Блять, фига тут физика, конечно. Я вот, смотрите, торможу так долго, и машину только сейчас затормозил. Ну, не знаю, может, либо эта машина такая кривая, либо еще что-то. Ну да, эта машина не из самых быстрых. Я уже убедился, потому что на ней мы уже когда-то вроде даже катались. Не хотелось бы опять говорить, но все же пока что круче той машины, которая была на гоночной трассе, я не видел ни одну тачку. Серьезно. Хоть она, конечно, для гонок сделана, но все равно, почему нельзя сделать такую же машину для обычных людей? Не, ну серьезно. Вот. Ну и, собственно, жалко то, что у нас пока нет новогодних игр. Кстати, если вы знаете, во что поиграть на Новый год, я буду рад вас выслушать и конкретно даже вас могу вставить в видео. Хотя нас смотрят тут немного людей, но все же, если вы хотите просто где-то попасть в видос, можете оставить какое-то предложение. Довольно веселая игрушка, потому что сейчас мы проходим довольно серьезные игры, и поэтому тут смеяться, ну, мало где можно, но, конечно, можно. И все же, вы сами понимаете, то, что конкретно я хоть и прохожу довольно серьезно данные игры, но не особо специализируюсь на полной серьезности их прохождения, то есть все-таки где-то подъебки какие-то беру. Хотя да, конечно, шутки у меня довольно плоские, но все же такие дела. Так, мы приехали к Саре дому конкретно. И давайте позвоним ей в звонок, да, надеюсь? Сюда? Нет, не сюда, не сюда. А, надо пройти чуть-чуть. Во, вот этот я хочу. Так, смотрите, тут какой-то хуй стоит. Мне кажется, то, что он на нас нападет. Ну ладно. Угнать тачку можно угнать. Ну, не сказал бы, что это открытый мир, но... Мне вот, кстати, интересно, тут реально открытый мир. Просто, смотрите, ничего нет. Ну, это не открытый мир, получается. Так, открыть дверь. А, мы можем прямо так заходить, да?
Погоди, а там был значок «Выбивать дверь». Это нормально? Сара тут читает книгу. Я бы сейчас тоже, кстати, какую-нибудь книгу прочел. Ты опоздал. Ужин остыл. А в смысле ты опоздал? Мы, типа, уже все как жена и муж, типа, да, живем? Что она там увидела? Ну, Томми красивый, да? Работа. Работа, да. Понимаю. Он прямо как робот сейчас стоит. Сейчас она его расслабит. Бля, я не знаю, вот серьезно, как Томми все еще работает, это же реально много стресса, так и... Он, наверное, сейчас даже переживает, устоит, поэтому так, бля, кровяк. Куртка в крови вся. Но мы живем сегодня. Сегодня мы живем, пацаны. Фу. Я просто не знаю, вот реально. Представьте, что каждый день вы убиваете любимого. А, прям даже так? Прямо так? Хорошо. Быстрое предложение, быстрое соглашение. Вот это я понимаю. Бля, смотрите, вот берите реально пример с Томми. Вот те, кто все-таки хотят выйти замуж, конечно, такое презираю. Но реально, вот просто пришел без кольца, без всего, выходи за меня. Все, хорошо. Все, она также согласилась быстро. Просто идеально, вот реально. Просто лучше быть не может предложение. Серьезно, я говорю вам. Все как есть. Бля, красава просто. Личный респект от меня. Личный. Так, а это у нас разговор продолжается. Я понял, я вам нужен. Присядь. А, это Сальери, да-да-да, все понял. Я подумал, ты почему-то детектив, это Сальери же. Точно же. Так, ну-ка. Какой у нас на этот раз дело? Крот? Как? Кто-то сливает инфу, да, я так понял. Я всю ночь не спал, пытался вычислить, кто это может быть. А прикинь, если стал это... Стал думать, может, кто-то из ребят, кто получает меньше положенного. Кому-то не хватало на костюм. Слушайте, а мне кажется, это Ральф. Он ведь самый бомжный, да, я так понял. Он вполне может реально сливать инфу. Я сам полез в сейф за книгами. Проверить, кому мы не доплачиваем. Или, слушайте, это может быть кто-то из тех, кого мы крушуем. Может быть, да, реально, кстати. Что вы узнали? Сейф был пуст. О, офигеть, кто-то даже к сейфу умел доступ. Фрэнк, реально, ёбаный свет. Если Фрэнк предатель, я просто... Я знаю его 50 лет. Фрэнк предатель? То, что я имею, мы нажили с ним. Охуеть. Если это так, то я просто в шоке, серьёзно. Я от него такого реально не ожидал. В этих книгах каждый добытый доллар, каждый потраченный цент. Если Фрэнк отдаст их федералам, нам конец. Бля, Фрэнк реально, что ли? В городе, вас. Тут явно какое-то недоразумение. Подстава, наверное, какая-то, реально. И домой зашел. И жены, и с дочкой тоже нет. Ебать, просто. Я просто, понимаете, я представляю эту ситуацию, как будто бы у меня такое произошло, реально. Это пизда. Не знаю. Видимо, были причины. Ну, не знаю, за собаку мстить. Он, конечно, рассказал эту историю, но это... Может, он... Ну, это, наверное, явно не повод. Мне за собаку. Слушайте, а он тогда подозрительный был, реально. Да. Он не, ну, не может быть, что он за собаки поставил. Но это бред, это реально невесомая причина. Реклама Бургер Кинга там сзади была. Не видели? Черт с этими обидами. Нужно вернуть книги. А что у тебя книга, кстати? Потряси наших стукачей. Может, что знает. Угу. Когда найдешь Фрэнка, забери книги. Блядь, если мало того, что нужно нет, найти, нам, скорее всего, надо и убить еще будет. А я не знаю, я не хочу убивать Фрэнка. Если, знаешь, ну, как я понял, то, что это реально точно предатель. Но он сказал, что не знает, кто это. Значит, Фрэнк где-то неподалеку. Ну, то есть его же не раскрыли, получается. Винченцо ждет тебя с новой машиной. Винченцо. Бля, я в шоке, серьезно. Такого поворота событий, я реально в шоке. Как так-то, ёб? Как? Как Фрэнк может быть предателем? Серьезно, он же такой довольно взрослый мужик, реально. То есть он с Сальери долго вообще мутит, с ним, ну, я имею в виду, типа, дела. Он практически как Сара, то есть он, типа, с самого начала же. Бля, я просто хз, реально. Вот наша машина, да? Пиздец. Том,
Никто не должен узнать. Начни с Бифа, но ничего ему не говори. У меня для тебя новая тачка и еще кое-что для особого случая. Че, опять биты дашь? Он все время нам биты давал. Оу, обрез даже в этот раз дали. Неплохо. Когда Фрэнк увидит Лупару, он все поймет. А, это Лупара. Ну ладно, давайте посмотрим так. Слушайте, а Биф это тот чел, короче, который жил в Чайнатауне, да? Я вспомнил. Кстати, вот эта машина хорош поворотливость. Наконец-то нормальная тачка. Ну, я не знаю насчет того, где мы будем искать Фрэнка конкретно. И зачем мы едем к Бифу, тоже не понимаю. Типа он первый подозреваемый. Но если говорили, что это точно Фрэнк, то я хз, типа. Я точно хз. Да, даже как-то странно, если честно. Да, вот Чайнатаун мы заезжаем. Давайте все-таки узнаем, что у Бифа конкретно на уме. Может, это вообще его тёлка? Помните, у него тёлка была такая странная, еще китайская такая, японская. Можете помнить, в одной серии я, наверное, подсказку прикреплю, если вспомню. Если нет, то посмотрите плейлист, если... Да, ну вы должны вот так посмотреть, по-любому. Так. Давайте-ка. Томми, молодец, сразу автоматически пушку спрятал. Я, кстати, не знаю, как это делается. А, хотя вспомнил. Точно же, через колесико. Так, пивная палка... палка. Пивная лавка Бифа. О! Томми, что стряслось? Нет, он пока не в курсе. Хотя, хз. Вот у тебя, мужик, вообще две сиськи. Слыхал что-нибудь интересное? Что-то, о чем Дону следует знать. А, ну ему нельзя рассказывать. Сколько заплатишь? Еще и деньги платить? 20. 40. Ладно, говори. В городе ФБР. Морелло им что-то пообещал. А, знаю, типа Фрэнк так слился, да, я так понял? Кто слил? Малыш Тони подпоил одного парня в черной кошке и потом подвез до дома. Вот и услышал кое-что. Лучше спроси его. Ясно. Да, Морелло, правда, захватывает весь город. Это очень печально. Пожалуйста. Он с ракетой ему отдал. Это реально очень печально, потому что... Бля, бомж. Сука, вот такую песню спит. Бля, тут кто-то отдыхает. Я с Томми бегаю, ему выполняем работу всякую разную. А кто-то просто лежит под солнцем под китайскую песню и ни о чем не парится. Вот вы хотите, вот что, ваша жизнь будет наполнена приключениями и страданиями в каком-то плане, либо же вы можете мирно прожить ее как бомж. Кстати, это не без случая. Только ваш выбор выбирать, как будете жить. А, так, Томми, знакомое имя Томми-то. Ой, Тони. Это же тот чел из этого, из банды Морелло, как я понял. Ну, хотя нам вроде сказали, что да, это он... Ну, нет, я имею в виду, это тот чел, который, помните, мы били их на улице, когда Сару еще провожали. Это не он случайно? Я могу ошибаться конкретно, но мне кажется, что это он. Ну ладно, сейчас мы все увидим. Что же у нас еще есть по инфе? Так вот, типа, вот у нас вот... Сколько мы дел не делали, что я хочу сказать, у нас всегда Морелло был в жопе затычка какая-то. Везде абсолютно все копы куплены. За что он деньги... За какие он деньги покупает, если мы все его безаки разрушаем? Тот отель мы взорвали. А у нас все время почему-то дела идут хуёво. И вот я не понимаю, почему. Это как-то супер странно. Но однако, может, у него какие-то есть другие способы заработка. Но он очень богат, гораздо богаче, чем Сальери, это 100%. Хотя мы тоже большие деньги делим по сравнению с другими людьми, но все равно это не главное. Бля, мастерски припарковался, ну почти. Для того, у кого нет прав и машины, это нормально. Как твои дела, Том? А, Тони, это другой чел. Ты знаешь, не особо. Что там был за парень от федералов, которого ты домой подвозил? Ну, кстати. Зашел сюда пропустить стаканчик, а выпил десяток. Он стережет один дом, там федералы кого-то прячут. Где? Оук Хилл, угол Пайн-стрит. Интересно, кто это? Это ведь не Фрэнк, случайно? Рот держал на замке. Выдал мне, что советник Гилотти договорился о какой-то сделке между Морелло и ФБР. Он так просто, короче, рассказывает нам это все. Собираются прижать. Какого хрена ты нам не сообщил? Я сообщил, Том. Сразу пошел к Фрэнку. Фрэнк-то все слил, вот пидор. Не передал. Том, что случилось? Бля.
Сука, волос попал в рот. Да. Фрэнк-то нам не... Конечно, он не передал, потому что он предатель. Как так-то? Верим, так, это ладно. Это нас не интересует. Пиздец. Ну да, короче, какая-то сделка намечается. Получается, подставной был. Фрэнк-то был подставной, блядь. Серьезно. Вот это вот, вот это жесть. Он, а ведь получается-то все наши дела, которые мы проворачивали, Фрэнк-то мог сливать. Он, если на Морео работает. Но мы пока не знаем о этом конкретно. Но все же, если такое есть, то это реально попадос. Серьезно. Блять, пробка, нахуй, идите все. Получается, что... Блять, смотрите, три такси просто. Но это вообще никуда не годится. Прикиньте, какие проблемы у нас могут появиться после этого. Фрэнк ведь реально много знает чего. Он же самый умный был. Помните, то, что Залери говорил, то, что его ум — это его прям основная такая черта. Это прямо жесть вообще. Но едем хорошо, кстати. Мне нравится эта машинка, правда, она не такая быстрая, но она хорошо управляемая. Вот это круто. Так, ну ладно, мы, наверное, почти приехали. Где мы вообще находимся? Скорость у нас повысилась. Главное сейчас не въебаться никому. Хорош. Проехали. Вот так вот, заебись. Прямо вообще еду. Так, нам нужно приехать к укрытию ФБР. Но я вот не знаю, что нужно нам узнать из него. Из этого укрытия. Хуй знает, типа, конкретно. Ой, блядь, давай поворачивай, Коломага. Все тачки тут не универсальны, кроме гоночной, конечно же. Она самая крутая. Блядь, как долго ехать до этого укрытия, реально? Такой большой город. Карта, конечно, большая, реально прорисована, то есть сделали на славу, конечно. Переработка, ремастер, это не жди, реально круто. Правда, вот мне друг сказал то, что они уменьшили характер персонажей, то есть они теперь стали не особо харизматичные. Но, может быть, нам это только на руку, потому что понять сюжет проще. Но конкретно в «Мафии» я понимаю сюжет лучше, чем в остальных играх, которые есть. Тут все понятно, глянь, то есть у нас тут есть история, с самого начала все началось, и все так и идет с самого начала. А вот «Киберпанк» и «Валхалла» там какое-то прошлое было, которое, видимо, надо разгребать нам и прочее. А тут такого нет. Ладно, приехали. Похоже, это здесь. Какой-то дом, как я понял, то есть, типа, в доме засада-то. Вообще, для кого это засада, я тоже пока не понимаю. Смотрите, какой-то чел в шляпе сидит, или это бабёха. Это не я уже управляю, если что. Так, касцена. Ну это вот Фрэнк! Так, стоп. Блять, если он нас увидит, это будет плохо. Он оглядывается, смотрите на него. Видимо, чекает. Кто? Это вроде ФБРовцы, да? То есть он на ФБР работает, получается. Так, надо наблюдать, проследите за Фрэнком. Ты, блядь, заводиться будешь? Ну чё? А, так, понял, нам не нужно приближаться. Давай, Фрэнк, приведи меня к книгам. Угу. Фрэнк, интересно, нас не видит. И можно только назад посмотреть, сразу наш ебальник вот так вот видно. Блять. Сука. Сука, сука, сука. Я случайно въебался в ручку окна. И сразу... А чё, может быть, просто какой-то чел проехал мимо и задел окно? Почему так? Почему сразу надо палить меня? Ну, хотя бы точка контрольная близко. Не надо усираться, ехать куда-то. Все понял, будем на каждом светофоре. Это похоже на, опять же, на GTA очень сильно похоже. То есть там тоже такая миссия была, помните? Тут каждая миссия почти на GTA похожа. Даже город из GTA 3 вроде как, по моим предположениям. Правда, я могу ошибаться. Надеюсь, тут если далеко, типа, он уедет. Не будет такого, что мы, типа, потеряем, а то вдруг я въебусь какую-нибудь машину. Мне очень сильно интересно, вот я даже реально не думал, что Фрэнк так поступит. Мне очень сильно интересно, как вообще будет развиваться сюжет дальше. То есть, типа, без Фрэнка. Он же был самый умный, он всегда просчитывал все операции, всегда нам говорил, что делать и прочее. И слушайте, наверное, его совет и рассказ по поводу собаки имел какой-то смысл, потому что он просто так не рассказал. И вообще, он, главное, мужик-то умный, то есть, может быть, он не специально.
Но убивать его конкретно, я думаю, не надо. А я не понял, а чё я стою-то? Фрэнк оторвался. Блять, я опять протупил. Давайте не будем, короче. Так, сейчас, секундочку. Все, давайте еще. Все, я слишком запизделся и стою, блядь, такой. Думаю, то, что на светофоре. А глазик-то пропал уже давно. Господи. Давай, Фрэнк, приведи меня к книгам. Давай, давай, Фрэнк, приведи к мне книгу. Ну, кстати, вот Баффи конкретно машина выглядит очень классно. То есть они отличаются от других частей вообще, ну, блядь, частей не Мафии конкретно, а вот других игр. То есть сделали вот ремастер реально на славу. Я вот серьезно говорю, очень красиво. Вот сделали бы и в GTA-хе такие, ну, машины. В пятой конкретно, или какая последняя. Жалко, что, кстати, шестая не выходит. Я очень жду шестую GTA-ху, и мы обязательно, если она выйдет, пройдем ее здесь. Потому что, ну, естественно, наш канал специализирует на летплеях. Мне вот тоже интересно, куда они его везут. Там, наверное, другая тачка остановилась, и я просто этот, как его подумал. Лучше назад не смотреть, а то я, блядь, опять въебусь в него. И будет по пизде. Кстати, машины специально как будто стоят тут такие. Кстати, это легально вот так вот тачки парковать? Тут же двухсторонняя, ну, езда. То есть, точнее, не двухсторонняя, а двухполосная. Ну что, едем по правилам дорожного движения. Копы даже нам ничего не говорят. Смотрите, он конвой какой-то сзади прицепился к нему. Ну что это такое? Так. Тут деревня какая-то, бомж. Ну, Америка прям такое в процветании еще в самом начале. Так, ну мы едем по правилам, кстати, я довольно даже удивлен. Давно по правилам не катался от дорожного движения. Ой, нас тут чуть-чуть пропалили. Фрэнк, видимо, сердечко постучалось почаще, поэтому он решил. Да по-любому будет какая-то встреча, я тоже так думаю. Кстати, контрольная точка. Потому что Фрэнк, он человек не военный. Он именно по мозгам решает. Он дипломат. И по-любому он застрелит. Бля, тихо, назад, 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 назад. Бля, а как вот эта вот полоска рассчитывается? Она... я только что подъехал, остановился, и сразу она уже наполовину почти. Бля, я машину потерял. Сука, я машину потерял. Где она? А, вон она едет вдалеке, все вижу. Вижу, вижу, вот эта тачка синяя. Она ведь, да? По-любому она, я уверен. Это она, да-да-да, это она. Фу, я уж чуть опять его не потерял. Глазик-то, оказывается, убирается, когда он далеко, эта машина. Надо за ним наблюдать, чего я все отвлекаюсь-то? Вот это классная машина, кстати. Они все такие красивые, но, к сожалению, когда дело доходит до скорости, булщит абсолютно. Вообще абсолютно без каких-либо вариантов. Самые отстойные тачки. А выглядит прикольно, стильно. Единственная машина, это гоночная, серьезно. О, кстати, на ошибку можно переключать стекло, только сейчас заметил. Раньше такого. Фрэнк, никак тебя в аэропорт. В аэропорт? А уже в то время аэропорты были? А, ну хотя да, самолет тут придумали давно. Мне почему-то кажется, что так давно все было. Как будто это 1833 какой-то. Ну хер знает, типа. Lost Heaven. Да, это аэропорт, судя по всему. Почему аэропорт находится в отдаленном месте за рабочим заводом, лишь как его там. Кстати, он на карте отмечен еще. Вон, смотри, копы тут тоже фигурируют. Бля, он отрывается, кстати, смотрите, ебошь-то как. Реально потерять-то его просто. Ну, тут уже все, мощенная дорога, можно кататься как угодно, машин нет. Теперь, типа, ну, конкретно говоря, мы будем видеть машину и все, только за ней ехать. Остальные тачки спавнятся, это остается. Главное, не отвлекать внимания на него. Не отвлекать внимание. Но он тоже довольно быстро гонит, кстати. Ну, машины по скорости примерно одинаковые. Ничем почти не отличаются. Да, аэропорт. И вот почему аэропорт находится где-то вообще реально в лесу? Он должен же находиться тоже в городе, понятное дело, блядь. Или тут решили так сделать? Мне интересно, как Томми будет действовать потом. А, надо все выяснить. Даже не знаю, как эту серию назвать. Это, я пока не знаю, предатель это нет, поэтому не могу сказать то, что он предатель конкретно. Ну да, конечно, он поступил плохо, то, что сливается ФБРовцем, но, блядь, это Фрэнк, может, у него есть какие-то свои. Его хотят вывести из Штата или еще. Блядь, назад, 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 назад. Плохо. Чуть не спалились мы. Смотрите на полоску, сейчас я остановлюсь, и она будет... А, нет, все нормально. Так, припаркуйте машину в укрон.
решил уже, да? В смысле оторвался? Я... Блять, я стоял рядом с ним. В смысле оторвался? Какого хрена-то? Бля, вы это видели? Это какая-то... Это, блядь, подстава какая-то ебучая. Сука, опять надо будет ехать за ним. Это пиздец как нудно уже. Это пиздец как нудно. Ну давайте, я конкретно сейчас, погоди, на паузу поставлю. Давайте я сейчас на паузу поставлю, когда доеду, я включу запись. Так, я подъезжаю к аэропорту опять. Почему, когда мы вышли из машины, нас сразу его хотят вывести из заметили? Еще дальше. Сука, это плохо. Нет, я не понимаю, нафига... Нафига нам нужен Фрэнк, если нас предал? И отсюда из этих кусов нихуя не видно, если честно. Почему вообще нас спалили, когда мы вышли из машины? Ну, я не буду пока выходить, может быть, тут надо что-то... Ну, вот я припарковал тачку в укромном месте, может, сейчас начнется какая-то катсцена. Но тачка стоит просто. Бля, да что это такое-то, я не понимаю? Он стоит, вот он, рядом с нами. Может, он вышел? Я что-то не понял конкретно. Ладно, давайте сейчас еще раз я остановлю запись. Так, сейчас внимательно смотрим. Сука, внимательно смотрим. Он выходит, наверное, да, из машинки? Ну вот, смотрите, я смотрю на машину, тут никого нет абсолютно. Вот она, тачка. Буквально рядом с ней. Как он может от нас оторваться, если вот он сидит в ней? Бинокль можно? Я стою рядом с этой машиной. Абсолютно. Вот, я на нее смотрю. Сами видите. Блять, вот это пиздец палевно. Просто чувак стоит, ему только вправо. Посмотрите, сразу вид Томми. Так а чё они стоят-то, блять? Чё они, блять, стоят-то? Сука, я не знаю, подходить к нему или нет. Написано глазик тут, то есть, типа... Бля, я даже, я хз, серьезно. То есть, припаркуйте машину в укромном месте. Они сами стоят. Когда я стою долго там, написано, что Фрэнк ушел. Давайте подойдем к нему. Нет, 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 нет. Сразу глазик видно. То есть, видите, паркуют. Я припарковал ее в укромном месте. То есть, что не так с этой тачкой-то? Блять, серьезно? Серьезно? Надо было всего лишь ее поставить правильно. Пиздец. Ладно. Узнайте, куда везут Фрэнка. Кто это за люди? ФБР? Какой-то тип показал мне жетон и выгнал оттуда. Так, а мне-то что делать? Валюты отменят. Точно вопрос. Ну-ка. Аэропорт закрыт для посетителей. Ну тут нам не пройти, да, я так понял. Я понял. Я понял. Эта серия будет чуть подольше. Опять. Блять, какие наивные, серьезно. Можно просто вот так вот сделать. Аэропорт закрыт нам. Так, смотрите, у нас показан кружочек. Вот видите на карту, там показан кружочек, где копы стоят. И их, скажем так, зону, территорию, где они нас чекают. Давайте мы обойдем это все. Хотя можно, конечно, нам надо конкретно внутрь попасть. Блять, я почти нахуй, почти. Почти попал. Или что, или нам... А нам пушку-то можно доставать? У нас есть пушка так-то. Никто не знает, что здесь происходит. Там ФДР. Будут кого-то передавать. Какой-то надеюсь, и любом информацию где Фрэнк. Передавать кому? Те парни возле самолета вылитые гангстеры. И кто это? Да они уже закончат. Мне надо на рейс. Кто? А, это общий список, понял. Вылетит. Нет, большинство из все нормально, это наш уже. Так, давайте пойдем дальше, получается. Так. Где же Фрэнк-то? Куда он пропал? Значит, получается... Так, там копы. Давайте наверх пойдем. Что у нас наверху? Кто? Блядь, мне даже интересно, что тут происходит-то конкретно. Так, смотрите. Там, значит, люди. Нам туда нельзя. В комнаты можно заходить какие-нибудь? Говорят, федералы кому-то передают одного. Кто пока не знает об этой операции. Так, он снимет.
Так. Всем сотрудникам. Что-то там. Догоните Фрэнка в пятом ангаре. Блять. То есть сейчас уже похуй, да, как? Скрыто, не скрыто. Ну я понял, тут есть выход. Вот еще один. Так, все, понял. Нам надо сюда. Или не сюда. Да, можно и здесь пройти. А ну времени у нас нет, поэтому. Так, понял, смотрите. Там и бочка такая стоит красная, типа ни в чем не бывало. А, смотрите, он его под силой типа держит. Тихо, блядь, тихо. Кого? Блядь! Сука, ебаный урод. Патрончики. Пристрелка получилась. Блядь! Сука, у меня хп мало. Какой еще коктейль нахер? Блять, меня... нужно передышка, пацаны. Так, вижу красную бочку, давайте по ней ёбнем краски. Ну давай, восстанавливайся. Все взорвалось нахуй. Блять, кто стреляет? Блять, прямо в голову попали. Черт. Ничего, 31 минута. Еще сами поснимаем, пацаны. Снимаем. Давайте. Нам нужно узнать все про Фрэнка. Все конкретно про Фрэнка. Узнать вообще абсолютно любую информацию. Почему? И самое главное, его силы заставили или он сам решил? Я вот пока не могу понять. Мне кажется, что все-таки решил сам. Так, а тут не будет? А, тут уже все обутано. Давайте попробуем не выебываться, как-нибудь скрытно пройти. Но я думаю, тут не получится. Или получится? Я думаю, не получится. Нам нужно конкретно прямо, а тут как не обойти. Только вот тут. Так, этот долбоёб меня не видит? Нормально. Бежим. Нас запалили, но он пока ничего не может. О! То, что нужно нам. Давайте как-нибудь попробуем коктейль Молотова давайте. Блять, они там готовы. Как коктейль Молотова таким? А, вот, вижу. Так, один готов. Нам нужно конкретно сейчас... Блять. Кто-то тоже кидает коктейль. Он промазал. Так, один есть. Точнее, не до конца мы их убиваем. Это Фрэнк, не Фрэнк? Блять, нам бы сейчас... Сука, как коктейль докидать? О, вот этих двоих. Блять, а чё они не дохнут-то? Давайте за самолёт. Фу. Так, всё отлично. Фрэнк улетает... В смысле, уже? Блять, давайте обойдём. А, нет, нам надо туда именно конкретно. Сука, ну ладно, давайте пройдем. Тут еще много. Блять, а что тут нельзя пройти? Давайте вот так вот. Точно же. Можно же вот так вот. Там кто-то есть. Блять, перезаряжайся быстрее. Так. Давайте. Блять. Быстрее открывай. Фу. Кассена. Опа. Все, Фрэнк, тебе пизда. Ха-ха, у меня не заряжен он, кстати, был тогда. Фрэнк, меня прислал Дон. Я уже понял. Жаль, что это выпало тебе, Том. Да, потому что тут все его люди. Передать ему что-нибудь. Я бы хотел, чтобы все вышло иначе, но Морелла до меня добрался. Ну да, я так и думал, что его силы, короче, оставили. Все хорошо, можете выйти. А, смотрите, это люди чьи-то. Это мир. Морелла предложил простую сделку. Книги Дона в обмен на жизнь. Все понятно, он его под силой, короче, взял. Ну, тогда понятно все. Ты уже передал книги? Я не идиот, Том. Я их спрятал. Морелла ждет вот это. Книги лежат в сейфе в банке Гранд Империал. Так я, а хули там охраняли-то его? Ключ, когда самолет будет если готов, он заправлен. С нами, ну, все нормально.
Его люди должны были сейчас приехать за ключом. Они не придут. Скажи им, пусть садятся. Вперед, Марч. Элис. Ну да, у него была дочка, я помню, он говорил. Не сейчас, милая. Поднимайтесь. Нам с Томми нужно обсудить важное дело. Главное, чтобы мы не убили. Живо, Марч! Ради Элис. Ради нас. Лезь, черт, в самолет, прошу. Блядь, сейчас бы, получается, ты его на него надавили. Ну, тут ни при чем получается. Он за нас все-таки еще. Я-то думал, он предал нас. Ну да, до него добрались. Это такой типа воздушный поцелуй был, если кто не понял. Хотя я сам не понял, может это не он. Ну ладно. Так, а чё он до сих пор пушку держит? Тебе заплатили? Да. Теперь заплатили дважды. Отвези леди куда не скажут. Да, сэр. Блять, его потом прикончат, кстати, пилот за это. Господи, Фрэнк. Почему ты не попросил помочь? Да, кстати. Я захотел выйти из дела. Так или иначе. Я устал, Томми. Устал врать своей жене. Устал искать подношенные бомбу. Да, это жизнь, конечно, мафиозская. Его понять тоже можно. Тем более он стар уже. Дон всадит мне пулю в висок. Такая жизнь. Такая жизнь. В смысле, убивать надо его? Так он убивать его будет? А, типа, да, за предательство уже убивать. Чёрт, Фрэнк. Блядь, там кто-то сзади был. А, это он. Этот пилот и был. Сука, пилот-то. А чё же за люди-то вот это были, которые сзади? Чьи-то люди были? Это люди Морелло были? Или что это было такое? Я пока не знаю. В общем, вот такая вот у нас была история. Получается то, что Фрэнк ушел туда не по своей воле. Он ушел туда, потому что его заставили Морелло так сделать. Ну, в общем, тоже недовольно невеселая история у нас сегодня была. Но, так или иначе, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте видеоролики. Также подписывайтесь на мой инстаграм, твиттер, комментируйте видео. И, естественно... Тёлка прошла. Естественно, у нас тут видосы каждый день уходят, поэтому все хорошо у нас. Плейлист можете с видосом найти, точнее, с этой игрой можете найти в описании к видеоролику. Ну, желаю всем удачи. Блять, нахуя она обратно пошла. Желаю всем удачи, всем до скорого, всем пока. Всех с Новым годом еще.